Алибасовы жестко избили на шоу «Пусть говорят». Барри Алибасов. Младший не раз становился участником скандалов с женщинами. Вот и в этот раз молодой человек пришел на съемки шоу, чтобы разобраться с супругой. Виолетта Гришина, у которой от Барри Алибасова, младшего, есть годовалая дочь, рассказывала, что ей удалось наладить отношения с мужем. Тем не менее выяснилось, что тот отказывается помогать дочери материально и не горит желанием видеть ребенка. Чтобы разобраться в ситуации, герои пришли на программу «Пусть говорят». Алибасов-младший всячески пытался унизить супругу, отмечая, что всем в жизни она обязана ему. Такое поведение задело родных Виолетты. В студии появился ее брат Илья. Разъяренный молодой человек накинулся на Барри и принялся избивать его. Любопытно, что бизнесмен, которого часто обвиняют в поднятии руки на женщин, не сопротивлялся, когда Гришина отвешивал ему тумаков. По всей видимости, растерялся от такого напора, сообщает StarHit. Публикация фотографий из Instagram. Ты мало получил в прошлый раз. Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик? Хватит поливать сестру грязью. Я тебя ненавижу. Лучше откажись от дочери. Жестко высказался Гришин в эфире программы «Пусть говорят». Виолетта спокойно отреагировала на потасовку. Девушка подчеркнула: «Илья сделал то, что хотели сделать миллионы мужчин в нашей стране». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Кто захочет слушать пустые песенки пожилой женщины? 55-летнюю Ветлицкую разнесли в пух и прах. Она пожалеет, брак Ольги Бузовой предрекли провал. А русский муж будет. От венчанной с армянином и евреем Пугачевой потребовали покаяния за грех. И многое другое.